Привет, друзья! Вы на канале «Яхты на колесах», а мы в Москве, на проспекте Мира 150. Много прицепов здесь собралось, и сегодня вместе с вами мы постараемся разобраться в их условной классификации, какой для чего хорош и какой подходит именно вам. Первый прицеп – Adriadora 673 PK. Вес прицепа 2,5 тонны, то есть ни при каких обстоятельствах вы не сможете его вести с B-категории, обязательно нужна категория BE. Для кого подходит такой прицеп? Если вы предпочитаете размеренный, спокойный отдых, но все же не хотите привязывать себя к какому-то одному месту, какой-то постоянной дачей, то вот раз в сезон вы привозите этот прицеп в какое-то место, где хотите отдыхать, и проводите там все лето, ну или, может быть, разок переезжаете, а в основном перемещаетесь на машине. Ну а в следующем году вы едете в новое место, и ваша дача переместилась вместе с вами. При этом Adriadora максимально приближена по своему функционалу, дизайну к апартаментам. Но вы мне можете сказать, а почему бы тогда не поехать отдыхать в апартаменты? Ну, во-первых, наверное, если вы на этом канале, то вы в душе караванер. А во-вторых, те, кто путешествовали с детьми, знают, что это очень тяжело собрать кучу вещей, куда-то их положить, переезжать с ними, упаковываться, если вы хотите оказаться в разных местах. Здесь же вы будете путешествовать, по сути, со своим домом. И раз мы уже заговорили о детях, именно в этой планировке Adriadora есть интересная фишка. Помимо основной спальни в передней части, в задней части автодома есть, по сути, детская спальня, которую можно отгородить от общего пространства жесткой дверью. В этой зоне у нас три спальных места, то есть два спальных места здесь и наверху еще вот такая откидная полка. Мало того, в это пространство можно попасть через отдельную дверь на улицу, что немаловажно. То есть, например, вы спите в основном пространстве, а дети проснулись раньше или легли позже и могут сами выйти на улицу. Если вас заинтересовала эта модель, нажимайте на подсказку, и там вы найдете подробный обзор. А мы двигаемся дальше. Экшен. Культовый стильный прицеп в линейке Adria. Он очень похож по габаритам на Adria Aviva, но с одним лишь отличием. В Aviva у нас 5 спальных мест. Это такой дом для большой семьи, компактный прицеп для большой семьи. А здесь же у нас 2, ну и плюс 1 спальное место. То есть такой прицеп подойдет путешественникам, ценящим комфорт и мобильность. Ну и главная фишка этого прицепа – дизайн. Поэтому если вы уделяете большое внимание в вашем выборе эстетическим моментам, то этот прицеп идеально для вас подойдет. Вес прицепа 1300 кг, то есть если ваш тягач весит до 2,2 тонны, но больше 1300, вы сможете буксировать его с категории B, не открывая дополнительную BE. Несмотря на компактные внешние габариты, внутри достаточно просторно, большая столовая группа, и здесь вы сможете разместить много гостей. Но когда гости уйдут, вы здесь останетесь вдвоем, с максимальным комфортом. Для комфортной автономной жизни все есть. Плита, рабочая зона, 3 огня, холодильник и душ с туалетом, что есть не во всяком компактном прицепе. Altea 472 PK. По сути, этот прицеп – золотая середина между Adora и Action. Вес прицепа 1500 кг, то есть если ваш тягач от 1,5 до 2 тонн, буксировать вы его сможете просто с B-категорией. Прицеп будет идеален для путешественников с детьми, при этом ценящих мобильность и компактность. Здесь у нас 6 спальных мест, и, например, вот это основная спальня, и ее можно отгородить от общего пространства вот такой гибкой шторкой. В задней части двухъярусная кровать, нагрузка на каждую 70 кг, то есть именно они потенциально подходят для детей, тоже закрываются шторкой. Ну и, конечно, у нас есть еще 2 спальных места, как заявлено производителем, в столовой группе. Но по факту здесь комфортно, наверное, все-таки одному человеку, но физически может разместиться и 2. Под кроватью в задней части есть, кстати, большое место для хранения вещей, и это важно для путешествий с детьми. И под основной кроватью тоже есть место для хранения вещей, да еще и с доступом с улицы. Style 493 от немецкого завода LMC, входящего в Humer Group. Прицеп шестиместный и по основным характеристикам очень похож на Altea, но весит он 1,7 тонны, то есть ваш тягач должен весить от 1,7 тонны до 1,8 тонны, чтобы попасть в B-категорию, в противном случае категория BE.
Этот прицеп также идеально подойдет для путешественников с семьей. И выбирать вам, по сути, придется только по внешним признакам, то есть какой дизайн вас больше устраивает, ну или, например, если для вас важно, что это немецкий производитель. Но должен отметить, что это юбилейная серия, 65 лет заводу LMC, и они выпустили улучшенную комплектацию по стандартной цене. То есть они соизмеримы по цене с Altea, но здесь побогаче комплектация. Если вы ценитель простых и классических решений в дизайне, в компоновках, в планировке, то прицеп от LMC – это ваш выбор. Хочу отметить, что в отличие от Altea, здесь у нас три раздельных кровати в задней части. Четыре прицепа мы с вами сегодня посмотрели. У всех у них есть свои особенности, нюансы. Напишите в комментариях, какой выбрали бы именно вы и почему. А если вам не хватило подробной информации, на каждый из них у нас на канале есть подробный обзор. Но все эти прицепы объединяет одно – сейчас они на проспекте Мира 150, на площадке компании «Яхты на колесах». Вы можете прямо сейчас приехать, посмотреть их, задать нужные вопросы консультантам и потрогать их, и, возможно, даже забрать. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.